ступени, ведущие вниз. Куда? Разумеется, в храм. Когда-то у нас в издательском отделе Московской патриархии работала Оленька. Это иконописец. Кстати, очень похожа на архангела Гавриила с царских врат, икона 17 или 18 века. Митрополит Петерим делал все, чтобы возобновить религиозную жизнь в России. И в результате мы узнали, что два крыла у христиан – это католики и православные. Но нас-то заставляли поститься по Сергию Радонежскому, по-старообрядчески, строго. Никто не пошел навстречу митрополиту Петериму, который говорил, что у католиков вообще нет поста, есть только одна Великая Пятница. В Иосифово-Волоцкий монастырь приезжала евангелическая община. Я услышала, что мы находимся в одной лодке с протестантами. Очевидно, лодка, потому что церковь была на грани исчезновения в бурном море коммунизма. Так что же произошло после 1988 года? Произошел интерес непосвященной молодежи к собственной традиции, которую озвучивали на телевидении и освещали в газетах. Начался антикоммунистический выпад. И коммунисты действительно выпали из приоритетного правления. Кто нам теперь правит? Правит цыганский барон и Иерусалим, патриархия. Так что кто не с нами, тот против нас. Я пришла в церковь с убеждением, что, наверное, это надо. Через 10 лет, получив третью группу инвалидности по строгости постов, я вышла из церкви с твердым убеждением, что так не надо.